Всем здравствуйте, смотрите. Это белочка. Белочка. Шоколадик белочка. А там что у нас в пакете? О, булочка из моего детского сада Тополька. Вкусно? Хорошо. Что еще у тебя есть? Еще водичка. Водичка. Сахарок вместе с тростниковым сахаром. Угу. О, масло. Оливковое. Скажи мне, белочка, привет. Твое любимое животное? Окей, now tell me. А, еще давай. Что там ты хотела? Салфетки показать? Да. Салфетки. Салфеточки, салфеточки, салфетки. А они нам зачем? Салфеточки. Зачем мы используем салфетки? Чтобы новые, а то старые будут очень грязные, и не будет у нас больше салфеток, и там будет, и нам будет не хватить. Ну, вытирать, чтобы ротик, да, если испачкаться. Морковка! Морковка, да. Вот, морковочка. Да-да-да. Да. And now in English, show me everything. What do you have here? Chocolate. Chocolate. Squirrel. And squirrel. Ah, this is the package of the chocolate. And what is inside the chocolate? Is there something inside the chocolate? What are these? Nuts? Yeah. And okay. In Russian, is орех фундук. Олив ойл. Oh, very tasty sugar. Sugar, you like sugar, right? It's tasty, but it's not healthy. And tissues. Yeah. And some bread for my kindergarten. Or we can call it bun. There is the song Hot Cross Bun. Hot Cross Bun. Okay. And this is the package from your chocolate, right? Yeah. And over here is but in Russian is золотой цвет. And in English how it's in English? Golden color. Yeah. Bye-bye, everyone. See you next time. Bye-bye.